Друзья, всем привет! С вами Владимир Шемет, и сегодня второй день отдыха в Мармарисе в отеле Халиджи 3 звезды. В этом видео покажу вам обзор обеда, что же у нас будет на обед в этом отеле. Покажу эти блюда, ну и, естественно, поделюсь своим отзывом. Погнали! Ну и, конечно же, у нас на обед это, естественно, есть различные овощи, пару видов салатов. Ну, ребят, не сильно отличается, в принципе, от ужина, как бы. Ну, выбор небольшой, но я думаю, его достаточно. Дальше у нас идет сладкий стол, и на сладком столе у нас дыня, пирожное. Пирожное у нас, в принципе, практически все то же, что было и на ужине вчера. Ну и плюс виноград, кишмыш без косточек. В общем, обед относительно, получается, салатов и сладостей, он такой же, как и ужин. А вот те блюда, которые идут первыми, то немножко отличается. Вот перчик какой-то фаршированный, значит, ну, мяско. Попробуем, дальше расскажу свое мнение. Рис очень вкусный вчера был, ну, придется сегодня попробовать. И chicken nuggets, то есть, ну, ребят, три звезды, для трех звезд это вполне нормальный обед. Друзья, мы пообедали, и, как и обещал, делюсь своим отзывом и мнением по поводу обеда в отеле Халиджи 3 звезды. Ну, что первое хочу сказать, значит, моя супруга отметила в том, что не было никаких супчиков в этом отеле на обед. Я что хотел бы сказать, в принципе, я никогда не ем в Турции и в Египте эти супчики, потому что, ну, они местные, мне они не нравятся, то есть они, как правило, кремовые, что-то такого плана, то есть я не любитель такого, поэтому мне вообще это не принципиально. Ну, если кого-то это интересует, вот первый наш обед был, и не было ничего жидкого. Значит, все остальное, ребят, все очень вкусное, ну, все свежее. Значит, мяско вкусное, ну, там было рагу, то есть там был, значит, были грибочки, была картошечка в этом рагу и мясо. А мясо из чего было, Марина? Мясо было курица, моя супруга подсказывает. Вот, очень вкусно приготовлено, мне понравилось. Значит, рис такой же был, как и на ужин, тоже очень вкусный рис. Ребят, я вообще, как бы, такую всю еду, ну, имеется в виду там из каш, значит, ем только с приправами. Вообще, вот дома я только с приправами ем. То здесь я рис ел. Одну минутку, сейчас перейдем дорогу и дальше продолжим. Так вот, я этот рис ел без приправы, и он мне реально понравился. Он был очень вкусный. Ну, а все остальные, то есть салаты свежие. Не было такого, что вот оно осталось там с утра и с завтрака, так как бы его по второму кругу подают. То есть это в очень дешевых отелях такое иногда бывает. То в этом отеле уже мы третий раз кушаем, и все свежее. То есть не повторяется, имеется в виду, что с одного приема пищи то, что не доели, переносят на второй прием пищи. Значит, ну, а сладости, вот все то, что было на ужине вчера, все было и на обед. Тоже все вкусно. А, не... Да, там добавилось одно пирожное, тоже местное, как бы, с ниточек такое, что-то тоненькое, сладкое. Короче, в общем, ну, в принципе, ну, отличий особо нету. Ну, сладостей тоже с головой достаточно. Один момент, ребят, очень важный момент. Обед, продолжительность его всего лишь 1,5 часа. То есть с 12 до 13:30. Вот, то есть короткий обед, я не знаю, почему он такой, но, в принципе, потом идет полдник. Не полдник, а перекус. Вот. Во сколько полдник и что там на нем можно покушать, я вам покажу в другом видео. То есть мы уже пошли гулять, кстати, он уже, этот перекус, по-моему, начался, либо только начинается. По времени сейчас без 5:03. И
Что еще хотел бы сказать, так это то, что вот мы пришли на обед уже когда там было 13:10, где-то так, 13:15, что-то в этом роде. Так вот, ну, естественно, мы еды набрали себе, то есть, и пошли кушать. Мы кушали, и, ну, так вот, я съел почти весь виноград, который моя супруга взяла. В общем, ей еще захотелось виноградика, и что получилось? Я пошел взять винограда, а уже на часах было 13:36. То персонал, там один работник отеля, который там был возле этого всего, сказал, что все, финиш, типа, все, не дадут. Ну, как-то, ну, мне это, конечно, очень не понравилось. Ну, ребят, ну, 6 минут, оно стоит, ну, положи ты, тебе что, жалко, как бы, вот. Ну, я не стал у него настаивать, как бы это мужчина был, я не стал настаивать. И, собственно говоря, просто стоял, думал. Думал, что с этим делать. Как бы рассказывать вам это или не рассказывать. Ну, как-то я вот задумался. Но подошла женщина, вот, спросила у меня, что вы хотите. Ну, как, что вы хотите? Я так предполагаю, на английском, во-первых, там не... Там все говорят на английском, вот, все понимают английский и турецкий. Русский очень слабо. В этом отеле с русским, конечно, ну... Совсем дела не очень. Ну, это не есть преградой, потому что есть интернет, есть переводчики. Ну и, собственно говоря, как бы язык жестов работает без проблем. В общем, она подошла и каким-то образом задала мне вопрос о том, что вы хотите. Ну, я ей показал, что я хочу. Она положила нереальных, огроменных две грозди винограда. Короче, вот. Что мы его не съели и забрали себе в номер. В общем, вот такой вот обед у нас был в отеле Халиджи 3 звезды. Сразу говорю, мне обед вполне нормальный, понравилось, все отлично. Многие бы назвали это обед неинтересным и неразнообразным. Но, ребята, это 3 звезды, еще раз акцентирую на это внимание, из недорогих отелей, поэтому нужно понимать, сколько вы платите денег. Хотите более разнообразнее, хотите больше мяса, больше выбора блюд, ребят, добавьте пару сотен евро, 200, 300, 400, и будет у вас счастье, серьезно я вам говорю. Вот. Надеюсь, вам все, что я показал, будет полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях под этим видео, постараюсь ответить вам на все ваши вопросы. Ну и пишите ваши отзывы по питанию, если вы отдыхали в этом отеле, что нравится, что не нравится. Подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, поддержите, пожалуйста, мой канал, буду всем очень благодарен. До новых встреч, пока-пока.